Всем привет! Сегодня топ-6 интересных фактов про обитателей всевозможных водоемов нашей планеты. Рыб, поехали! Шестое место! Летучие рыбы – это семейство морских рыб отряда саргонообразные. Наиболее известный представитель отряда саргонообразных, кроме летучих рыб, промышленно важная рыба сайра. Всего летучих рыб насчитывается около 60 видов. И обитают они в тропиках и субтропиках, где температура воды 20 градусов и выше круглый год. У различных видов летучих рыб способности к полету разные. Зависит это от количества плавников для полета. Так, некоторые рыбы используют только грудные плавники, а другие имеют приспособленные к полету и грудные, и брюшные плавники. Естественно, рыбы с двумя парами летательных плавников могут преодолевать по воздуху значительно большие расстояния. Так, зафиксированный рекорд полета таких рыб 400 метров. В среднем же они пролетают около 50-100 метров. Выныривают же рыбы из воды для полета при помощи сильных хвоста. Во время планирования рыбы могут незначительно менять траекторию движения, но полностью управлять полетом не могут. Поэтому нередки случаи залета рыб на палубы кораблей. Известны даже случаи, что летающие рыбы сбили с ног моряка. Также летучих рыб, прямо как ночных насекомых, приманивают ночью свет. Поэтому рыбы часто бьются в освещенные иллюминаторы кораблей, а также эту особенность используют для их ловли. В Японии промысел летучих рыб составляет 50% от всего улова. Из летучих рыб готовят сашими, а также икру этих рыб, тобика, используют в суши и других блюдах японской кухни. Пятое место. Бородавчатка, или под другим названием рыбокамень, самая ядовитая рыба на планете. Ежегодно от яда этой рыбы умирают около 100 человек. Обитает бородавчатка в районе Южного тропика, в Индийском и Тихом океане. Относится она к семейству скорпеновые. Средние размеры бородавчатки в длину 30-50 сантиметров. Ее главное и самое опасное оружие – это 12 толстых колючек спинного плавника. Эти колючки легко пробивают даже обувь жертве. К тому же бородавчатка очень часто зарывается в песок, оставляя на поверхности только часть головы и спины. Поэтому заметить ее фактически невозможно. Смерть от яда бородавчатки наступает через несколько часов, если человеку не оказана квалифицированная медицинская помощь. Также, насколько быстро умрет человек, зависит от глубины проникновения шипов в тело. Также стоит сказать, что яд бородавчатки вызывает у человека сильнейшие боли. По некоторым свидетельствам, самые сильные, которые только может испытывать человек. Боль настолько сильная, что человек хочет ампутировать себе конечность, лишь бы избавиться от мучений. Поскольку яд рыбы белкового происхождения, он может быть денатурирован приложением к месту ранения очень-очень горячего компресса. При этом в кухнях Гонконга и Японии эту милую рыбку спокойно употребляют как деликатес. Четвертое место. Самой медленной рыбой является морской конек. Так, наиболее маленький среди коньков карликовый морской конек преодолевает только 1,5 метра за час. Связана такая тихоходность с тем, что морской конек занимает в воде вертикальное положение и имеет не особо развитые плавники. Достигается вертикальное положение конька тем, что его плавательный пузырь разделен перегородкой на головную и брюшную части, при этом головной пузырь больше брюшного. В связи с этим голова морского конька задирается выше туловища, что и придает коньку вертикальное положение. Обычно конек двигается в толще воды очень мало. Они прикрепляются хвостами к стеблям растений и ждут, пока добыча сама приплывет к ним. Питаются коньки маленькими рачками и креветками. Также стоит отметить способность коньков к мимикрии, то есть изменению цвета своих кожных покровов под окружающую среду. Необходимо сказать, что много видов коньков стоит под угрозой вымирания. Это связано с тем, что коньки активно используются в сувенирной продукции. Также гурманами ценятся печень и глаза коньков. Порция такого деликатеса может стоить до $800 в элитных прибрежных ресторанах. Надо сказать, что такой деликатес обладает слабительным эффектом, но гурманов это не останавливает. Третье место. Самая скоростная рыба на планете – это парусник. Парусники относятся к отряду окунеобразных и обитают в теплых и умеренных водах всех океанов. Парусники также заплывают в моря. Так, через Средиземное море парусники заплывают даже в Черное море. Максимальная скорость парусника достигает 110 км в час, что лишь немного уступает скорости самым быстрым животным на планете Земля – гепардам, которые могут бежать 120 км в час. А, например, многократный олимпийский чемпион Уэйн Болт максимально разгоняется во время бега на 100 метров до 45 км в час. Такая скорость достигается парусниками благодаря
необычному строению тела, которое позволяет во время плавания добиться эффекта турбулентности. Также стоит отметить, что во время быстрого плавания огромный спинной плавник парусника прячется в специальную выемку на спине. А также интересным фактом является то, что у рыб нет плавательного пузыря. Именно эти анатомические особенности позволяют рыбе двигаться с такой огромной скоростью. Парусники выступают объектом интенсивной ловли. Большим поклонником ловли парусников был Эрнест Хемингуэй. В память о нем в Гаване ежегодно проходят любительские соревнования рыболовов. Второе место! Самой опасной пресноводной рыбой в мире, по мнению большинства, является пиранья. Это утверждение, в общем, верное, но с некоторыми оговорками. Так не все знают, что всего существует около 50 видов пираний, из которых только 5 опасны для млекопитающих и только 2 вида опасны для крупных животных, в том числе и человека. Более того, большее количество видов пираний травоядные, и даже хищные пираньи предпочитают питаться падалью и тем самым приносят большую пользу. Они очищают реку от трупов животных и тем самым препятствуют загрязнению и загниванию воды. Правда, надо отметить, что пираньи феноменально, почти как акулы, чувствуют кровь в воде и могут за несколько сотен метров учуять потенциальную жертву. Также отлично приспособлены для отрывания кусков мяса зубы пираньи. Их форма такова, что они как бритва срезают мясо с тела жертвы. Древние индейцы использовали зубы пираньи для создания крайне острых орудий. Также пираньи служили орудием традиционной индейской казни, когда приговоренного опускали на веревки в водоем с пираньями и бросали рядом окровавленную тушу. После того, как вошедшие в раж пираньи съедали тушу, они принимались за приговоренного, и очень быстро от него оставался один скелет. Но в целом надо сказать, что страшилки про пираньи рассказывают в основном местные жители, которые хотят напугать туристов, и также голливудские ужастики. На деле пираньи намного больше предпочитают съесть дохшую рыбу, чем полакомиться грудастой блондинкой, и за очень долгое время нет ни одного зафиксированного случая гибели человека от пираньи. Первое место. Рыба луна – самая крупная из ныне живущих костных рыб. Размеры самой крупной зафиксированной от конца верхнего до конца нижнего плавника составлял 4,5 метра, и весила такая рыба более 2 тонн. Необходимо также отметить весьма футуристичный вид данных рыб, который чем-то напоминает форму корабля пришельцев. Кожа рыбы луны покрыта 1,5-сантиметровым слоем слизи для того, чтобы на рыбе заводилось меньше кожных паразитов. Хотя на практике рыба луна сильно страдает от кожных паразитов и часто заплывает в скопление мелких хищных рыб, где происходит своеобразную процедуру чистки. Сама рыба луна питается зоопланктоном и является абсолютно безобидной. Плавают рыбы луны не очень хорошо и плохо справляются с течением. Иногда бывает, что рыбы просто всплывают и лежат на боку на поверхности воды. У рыбы луны есть статус весьма плодовитой рыбы. Одна самка мечет около 300 миллионов икринок. Если сравнивать размер икринки взрослой особи, то взрослая особь в 60 миллионов раз больше. Если данное сравнение применить к человеку, то если бы человек был икринкой, то во взрослом состоянии был бы размером как 6 титаников. Это были топ-6 интересных фактов про рыб. Пишите приятные комментарии под видео. Я буду рада, как рыба луна, которая справилась с течением, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, будете смотреть мои ролики по биологии. А на сегодня все. Всем пока!